Сергей Лазарев на фестивале «Новая волна» почти не отходил от Ани Лорак. Певец особенной теплотой вел себя с Ани Лорак. Артисты периодически брали друг друга за руки и беседовали. А на белой вечеринке, которая проходила после концерта, знаменитости ушли в отрыв. Как считаете, между Сергеем и Каролиной что-то есть или они просто друзья? Thank you.